Приветствую вас на канале Games Forever. Мы продолжаем прохождение игры Сибирь. Предыдущая часть Кейт Уолтер запустила механический оркестр. После этого ей ректорат выдал деньги, которые она заплатила барже, чтобы она притащила поезд наш к заводному механизму. Сейчас мы они дали нам ключи и сказали, чтобы мы открыли шлюзы и выпустили их, так как они сами не могут. Ну давайте начнем. Два, семь, шесть, 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 семь, четыре, два. Давайте позвоним. А, нет. Звоним. Здравствуйте, Центр управления шлюзами Восточного округа. Чтобы начать работу, нажмите решетку. Если вы используете Гальтенбургский шлюз, нажмите 1. Если вы используете Марслосский шлюз, нажмите 2. Если вы используете Ленинпасский шлюз, нажмите 3. Если вы используете Баракштадтский шлюз, нажмите 4. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Мы используем вот это. Если вы хотите поднять уровень воды, нажмите 1. Так. Если вы хотите снизить уровень воды, нажмите 2. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Нам надо снизить уровень воды. Двойка. Будет снижен уровень воды в Баракштадтском шлюзе. Для подтверждения команды нажмите звездочку. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Звездочка. Ваш запрос принят. К сожалению, в настоящий момент наш техник находится в отпуске, и его некому заменить. Мы ответим на ваш запрос в течение 48 часов. В случае срочной необходимости просьба перевести шлюз на ручное управление. Приносим извинения за вынужденную задержку. Похоже, эта штука сломана. Ну, давайте в ручном режиме попробуем. Вот наш ключ. Нам надо есть звездочка, решетка, 4, двойка и звездочка. Возвратимся к ним, скажем, что они могут уйти. Эй, там, на борту. Гутен таг, шёна мадемуазель. Мой муж говорит, добрый день, леди. Вы хотите говорить с нами? Ну вот, я выяснила, как работают эти шлюзы. Заводите лодку в шлюз, и я запущу механизм. Готферду. Das ist eine echte Ladies. Alle toi, range alle dingen and obligados de dame. Ach, c'est content. Он срут again. Что сказал ваш муж? Вы торопитесь.
А вы торопиться плыть дальше. Ладно, ладно. Встретимся с другой стороны, у поезда, хорошо? Идем. Сейчас надо, наверное, поднять будет уровень воды. Открыть и поднять. Доктора баржа. А вот ворота. Шестка, 4, 1, звезд. Закрывается шлюз. И вода наполняется. Идем дальше. Эй, на борту! Там-там! Баржа на той стороне! Вы нас еще хотели? Так, шлюзы вы прошли. Теперь пора выполнять вашу часть сделки. Есть, Беланшоу! Аташа, локо-локо! Мой муж говорит, вы идти в поезд, привязать цепь, тогда баржа тянуть. Хорошо, сейчас сделаем. А как нам привязать поезд к барже? Мадемуазель, так-так, локо-коко митчен. Что сказал ваш муж? Вы взять цепь и цепь тащить к поезду. Хоп, качется. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Ладно, идем дальше. Алло, Кейт Уолкер у телефона. Мисс Уолкер, это профессор Пол. Я скоро начну лекцию о юколах, не опоздайте. Хорошо, постараюсь.
прекрасно. Мы собираемся в главной аудитории. До встречи, милая. Ладно, давайте дальше. А, нет, сюда. Давайте заведем его. Алло. Ты где? Привет, Дэн. Я в Баракштате. Бара как? Это что, город такой? Надеюсь, твой наследник там живет. Когда ты возвращаешься? Знаешь, тут огромный университет, а на станции держат редких птиц. Жаль, что тебя тут нет. Если б ты только видел, тут повсюду деревья и птицы. Такое странное место. Неплохое местечко для отдыха, как я понял. Так когда ты возвращаешься? Не знаю, но думаю, не скоро. У меня тут поезд. Ну, можно сказать, сломался. Пришлось нам сделать остановку. Вам? Ты там что, не одна? А с кем? С Оскаром, это машинист. Ты теперь с машинистами романы крутишь? Не глупи, Дэн, пожалуйста. Оскар — это автомат. Его сделал мистер Форальберг. Тот человек, которого мне надо найти. И это не просто какой-нибудь там старый робот. Он очень умный, но немного зануда, понимаешь? Как дворецкий из анекдотов. Кейт, не знаю, чем ты там занимаешься, но тебе не кажется, что тебе пора домой? А моя работа? Мое задание еще не выполнено. Да к черту твою работу! Не понимаю, почему она для тебя важнее всего. Если бы у тебя с приоритетами было все нормально, мы бы не влипли теперь в неприятности. Мы? Если у кого-то неприятности, то это здесь и у меня, понял? Это у меня тут голова пухнет от этих проблем, а ты, дорогой, дома задницу просиживаешь. Насколько я помню, у нас не было возражений, когда я уезжала. Тогда ты говорила, что это на 2-3 дня. Послушай, Кейт, ну поставь себя на мое место. На твое место? То есть я должна не только в твое расписание вписываться, но еще и на твое место становиться. Может, мне еще куда-нибудь встать, сэр? Слушай, я не хочу разговаривать в таком тоне. Перезвони мне, когда успокоишься. Я была абсолютно спокойна, когда ты позвонил. Мне нужно было немножечко сочувствия, а ты разорался. Или посочувствовать для тебя это слишком сложно? Ты иногда такая эгоистка. Дорогуша, на себя посмотри. Ага. Ладно, давайте. Поезд завели. Давайте послушаем лекцию. Идем.
А оркестр все еще играет. Это мне сейчас не нужно. А, на второй этаж, наверное, надо было идти. Вот сюда пришел. Здравствуйте, мисс Уолкер. Заходите, заходите, присаживайтесь. Мне не терпится начать лекцию. Дорогие друзья, всего несколько часов назад я и думать не мог, что в мои руки попадет реликвия, которая позволит мне завершить, наконец, изучение таинственного племени юколов. Свет, пожалуйста, дайте. Да. Кто такие юколы? Юколы – это одна из народностей Крайнего Севера, которая известна очень мало. Живут они очень далеко, у северных границ Сибири. Удаленность от цивилизации и суровые климатические условия привели к сильному сокращению их численности. Эти несколько слайдов являются по существу единственным достоверным материалом, который имеется в нашем распоряжении. Все? Да. Один русский исследователь выполнил эти рисунки и отснял фотографии около 100 лет назад. Именно ему мы обязаны нашими знаниями о юколах и их культуре. Насколько нам известно, корни юколов уходят к последнему ледниковому периоду. Интересно, что следы их пребывания обнаружены в Западной Европе, а точнее в центре Альпы. За последующие столетия этому народу пришлось проделать долгий путь до Крайнего Севера, их последнего места обитания. Причиной их миграции была сильная зависимость от мамонтов. Мамонты использовались как верховые и грузовые животные, служили источником мяса, шкур, жира и слоновой кости. Не вызывает сомнения, что юколы находились с мамонтами во взаимовыгодном симбиозе. Когда ледник начал отступать, мамонты стали мигрировать на север, а вместе с ними откочевали и люди. Я попью водичку установлю. Да, доисторические наскальные рисунки, приписываемые юколам, первыми натолкнули меня на мысль, что этот народ как-то ухитрился приручить мамонтов. Насколько нам известно, это единственное доисторическое племя, среди рисунков которого встречается изображение мамонта с наездником на спине. Да. Сегодня, благодаря этой подлинной фигурке из шкуры мамонта, которую я датирую и верхним неолитом, я нашел подтверждение своей гипотезы.
Предки Юколы действительно умели приручать мамонтов. Доисторический человек не обладал буйной фантазией, он изображал лишь то, что видел. Эта фигурка всего лишь детская игрушка. Перестаньте там разговаривать. Как мы выяснили, существование Юколов было напрямую связано с мамонтами. Из шкур мамонтов шили одежду. Их использовали и как строительный материал для хижин. Из бивней изготовляли инструменты, оружие и украшения. Известно, что исчезновение мамонтов около 12 тысяч лет назад не сразу сказалось на быте Юколов. Похоже, что этот народ и в дальнейшем существовал за счет мамонтов. Невероятно, но вплоть до начала нашего века Юколы все так же продолжали использовать шкуры и мясо мамонтов, да и обработка мамонтовой кости с веками не прекратилась. Принесите, пожалуйста, чай с сахаром. Данный факт можно объяснить тем, что Юколы нашли способ использовать замерзшие туши мамонтов, которые в изобилии имеются на крайнем севере. Предположение, что они прожили таким образом более 3000 лет, может показаться правдоподобным. Однако для научного сообщества, которое, признаюсь, не слишком продвинулось в этом запутанном вопросе, такое объяснение не является достаточным. Да. В связи с отсутствием достоверных научных данных, нам приходится строить гипотезы, основываясь на памятниках материальной культуры Юкон. Впрочем, исследовательский отдел, который я имею честь представлять, на данный момент полностью убежден, что все эти легенды не имеют под собой реальной основы. Это не более чем средство скоротать долгие полярные ночи. Хорошим примером подобных историй служит миф о слоновом ковчеге, изложенный в брошюре, которую вы все получили. Автор я. Благодарю вас, милый. Горячий. Спасибо. Согласно этой легенде, где-то на затерянном острове у северного побережья Сибири до сих пор существуют живые мамонты. Что вы говорите? А, вы между собой. А, так мне не мешает. Такой вот пережиток ледникового периода. Да, небольшая популяция чудесным образом выжила и просуществовала благодаря заботе юколов более 12 тысяч. Остров, на котором якобы живут эти доисторические звери, называется Сибирия. Друзья мои, я призываю вас не поддаваться искушению и не верить всей этой чепухе. Острова Сибирия нет ни на одной карте, а сама идея, что мамонты могли дожить до наших дней, понимаете, полностью абсурдна. Да. Юколы, к сожалению, стали первыми жертвами колонизации Центральной Сибири, которую проводили русские в 20-м веке. Массовая коллективизация в 30-е годы, не говоря уже о тех лишениях и притеснениях, которые пришлось вытерпеть юколам, прервали их древние культурные традиции. Юноша, если вы не прекратите разговаривать, я вас верну. После падения коммунистического режима этому народу пришлось столкнуться с теми же политическими и социальными проблемами, что и остальному населению Сибири. В результате часть юколов отказалась от своих нетрадиционных корней и полностью обрусила. Другая часть пытается возродить древнюю культуру, забытую за годы советской власти. В начале 21 века остатки племени юколов вернулись на земли предков. Где они обитают теперь и какова их дальнейшая судьба, никому не известно. Само их существование оставалось бы недоказанным, если бы время от времени их не встречали в отдаленных поселениях сибирской тундры, где они выменивают нужные им товары на бивни мамонтов. Вот, собственно, и все. Да, на сегодня все. Благодарю за внимание, мисс Уолкер. Пожалуйста, зайдите ко мне в лабораторию, я верну вам вашу фигурку. Вы там найдете фотокопию материалов коллекции, если вас это заинтересует.
Спасибо, что смотрели мое прохождение игры себе. Жмите лайк и подписывайтесь на мой канал.